Друзья, всех приветствую вас. Сегодня мы приехали на особенную такую рыбалку. Приехали мы половить леща, подлещика. Артем, что у нас получится? Бог его знает. В общем, друзья, сейчас 7 часов вечера. Пока ехали, там маленько забуксовали. Но это фигня. Разрулили, все нормально. Сейчас, в общем, будем ловить сегодня ночью. Целую ночь до утра будем ловить на донки. Для кого это, ну, если новое что-то, донка. То есть вот такая вот система. Вот поводки, да, катушка. Вот эта резинка, вот грузило. В общем, мы заводим это все. И резинки где-то 18-20 метров. Завозим, натягиваем. И потом пошла основная леска. Ну, кто знает, ну, я покажу, в общем, как мы затягивать будем. Вот, друзья, вот такое вот местечко вот подготовились, маленько облагородили. Сегодня Артем с нами, Даня. И там Артем готовит дрова. Еще один Артем. В общем, два Артема сегодня. Должно быть классно. Вот, приехали мы вот только-только, начали раскладываться. В том году я здесь, озеро, кстати, Рушона. В том году я здесь ловил очень крупных лещей, на донке именно. И решили, пришло время, я вам обещал то, что мы приедем на донке половить. И пришло время половить. Сейчас, друзья, мы будем разматывать, скопируем донки сейчас и будем завозить. Вот лодочка, лодочка такая простая для донок. Вот, и будем завозить. Покажу, как мы будем завозить. И будем, так, по корму. У нас сегодня, друзья, горох, вареный горох. Вот, горох. Так, и что у нас еще? А, вот рыбий гранул. Гранулами тоже будем кормить. Наживка, опарыш, червяк будем, в общем, пробовать. Все, друзья, будем завозиться сейчас. Кому понравилась рыбалочка, палец вверх, подписочка. Все, друзья, смотрим. Так, ребят, в общем, отходим. Вот еще один Артем пришел. Что, поплыли? Да, пошли. Короче, аккуратненько. Смотри, резинку. Поворачивай, чтобы... А, не, типа... наоборот. Вот так? Не-не-не. Не-не, наоборот, наоборот, наоборот. Чтобы я был на Артема смотрел бы. В общем, вот резина. Вот бутылка, как поплавок. Вот груз. Короче, вот так вот и пошли. Не-не, ближе к камышам бери и пошел. А я тут уже буду смотреть. Артем тебе будет говорить, куда? Право-лево. Да. Ты очки мне принесем, Даня? Ну вот, ребятки, заводим. Бежевое дерево не надо. Вот резина. Вот этот отводной поводок. Вот карабин. В общем, блин, палец кровоточит. Так. Так примерно прямо и плыви. Туда не надо, сюда. Сюда, сюда, сюда. Все, это уже перебор, он забрал. Все, вот чуть-чуть туда и прямо. Вот, ребятки. Так вот все получается. Вот резиночка. Завозим. Все будет очень красиво. Завозим где-то 18 метров резины. Так что кину груз. И все. Потом покажу уже, как буду отматывать леску. Так, ребятки, сейчас буду кидать груз. Все? Да. Сейчас кидаю груз. Все. Так, здесь хреново солнце светит. Херово смотрит. Так. Давай, Артем, подплывай. Подматываю. Ну, это для ребят. Подплывай, Артем, маленько. Которые не видели такого приблуда. Давай, давай, Артем, плывай. Еще, еще, еще. И сейчас будем, друзья, стопорить. Давай еще. Еще. Хуёво. Чего? Так, ребятки, отпустил я леску. У нас вот такой вот колокольчик. Вот так вот приблуда вся. Висеть будет. Короче, сейчас отпустил леску, потом вытаскиваю опять. Буду вытаскивать и на... В первом последнем крючке буду ставить пенопласт и потом заплывать к бутылкам. И это место между первым и последним крючком буду закармливать. Вот. Закормлю, тогда пенопласт снимаю и тогда уже
все как надо уже будет. Вот, ну, как-то так вот, такая вот система. Ну, кто не знает, мало ли. Дедовская снасть, друзья. В общем, вот первая пенопластина и там вот вторая. И заводим. Отпускаем, вернее. И это место, где будет пенопласт, будем кормить. Как-то вот так вот. Так, ребятки, заплываем по плавкам. Заплывая за них. Заплывая за поплавки, чтоб я видел. Так. Так. Вот у нас поплавки. Заплыви сзади. Вот сюда. Чтоб я видел. Вот так вот, ну как бы, разверни меня, но чтоб я видел поплавки. Так, во. Горошек, гранула. Ой-ой-ой, отнесло как их в сторону. Так, тормози, тормози. Так, кормим. Кормим. Отнесло их в сторону. Так, давай, подплывай ближе. Так, гранулы. Давай, разворачивайся. Сюда. Не-не-не-не, меня туда. Угу. Ну, вот так вот, в общем. Так, ребятки, надо приготовить нам ужин с ребятами на вечер. Сейчас это все уберем в стороночку. Вот. Просто, чтобы тонко не мешать, почистим. Ножичек у меня такой вот. Сейчас приготовим ужин и будем потихоньку. Ну, сейчас просто подкормили. И будем... Ну, надо маленько все равно выждать время, пока подойдет. Наживку даже пока еще не одевали на донки. Так что время еще позволяет. Сколько время? Полдевятого ровно. Ну, вот, отлично. Полдевятого. Ну, еще до темна часик. Ну, вот как раз хорошо. Вот. Так что, в общем, вот так вот. Ночевочка должна быть у нас нормальная. Вот, ребятки, надо перекусить. Вот такая вот полянка. Еще картошечку не делали, ничего не делали. Такая вот красота. Теми сулит. Так что так вот. После работы все не кушали. С корабля на бал, как говорится. Покушаем, пока пускай рыбка подходит. Картошечка готова. И тогда начнем. Вот рыба там уже он гуляет. Он. Видно. Мелочевочка. Шушера. Вот. Я думаю, что будет все красиво. Вот и картошечка пошла. Жарится. Сейчас, как говорится, кушаем. Ужинаем, погоним, пускай пока рыбка подходит. Мангальчик у нас свет будет. Донки вот так вот выглядят. Вот они. Раз донка, два донка и три донка. Вот так вот. Так, ребятки, будем наживлять. Будем наживлять. Корона ограничениях мы сразу надеем. Блин, чел. Еще мы не поужинали, но запустим, пускай будет.
пускай будет, как говорится. Я был доволен, когда в самолете сел, да? Так. Да ты что, мы же хату купили, нахуй мне там, блядь. Так. Мы там скарифанились с таким... Ну все, наживляем все и погнали. А, вот, ребятки, уходит, да? Первая вот, поклевочка. Ну там другой раз как бы... Первая поклевочка план была. Идет, кто-то пустил. Вот прям. Да, ну, может, меленько кто-то клевал. Ну это лещ сразу. Посмотрим. Ну, первое движение есть, уже хорошо. Сейчас, сейчас, сейчас. Не-не-не, ниже, ниже. Ребятушки, попался первый. Плохо видно. Вот он. Вот он, друзья. На рассвете уже. Короче, ребятки, всех доброе утро. Всем доброе утро. На, Данька. Давай. Первый лещ есть. Артём поймал. Артём поймал. Так, поправим. Артём поймал линя. Хорошего, ребятки. Рассветлеет, я вам покажу. А сейчас уже почти светло, но просто что... Так. Ещё особо не видно, ребятки. Вот, короче, ночью он не клювал. Лещ не клювал ночью вообще. Сейчас... Под утро только-только вот. Сейчас вот первый заброс. Сразу взял я. Короче, запуливаем. И ждем опять. Поклевка. Опа. Блин, назад дала. Опа, опа. Ну-ну-ну. Давай-давай-давай. Ну. О, блин, назад. Вот такую поклевку. Опасно, конечно, сечь назад. Блин, может и надо было сечь. Профукал? Ну, как бы да, наверное. Так, кто-то у нас попался. А. Ну, наверное, несколько, да? Два вон попалось их. Два попалось. Нихера. Так, вешаем. Ну, это не крупненькие, так, такие взяли. Вот такой вот красавчик один. Ух, зажрал. С ними что, да? А тут крючок оборвал. Наверное, да? Оборвал, да? Оборвал крючок. На, держи. Какая-то садок его. Магия. Кто-то мне отрезал крючок там. Да. Даник, посмотришь за этим колокольчиком? Так, ладно, ребятки. Сейчас надо крючочек привязать мне. Ой, ребяточки, поклевочка опять была. Только кинул. Ну, только завел. Очень плохо, блин, цепляет траву там, блин, елка такая. О, назад дала. Смотрите, смотрите, смотрите. Пока не буду сечь. Играется. Очень крупный. Блин, пришел я только вот под утро. В два, в три его не было. Тяни. Не-не-не-не-не. Да. Сейчас подтянет еще раз. Маленькая. Готовь руку сразу. Блин, назад, вперед отдает. Непонятные такие пока. Ага. Не. Пусто. Вот он. Тихо-тихо, не ругайся. Вот, ребятки, кто-то там попался у нас. Поклевочка была тоже. Ух, о! Какое. Это, ребятки, лещ. Хороший. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так, бери-бери. Бери. Опа! О, какой лещ. Сними крючок. Сейчас сниму крючок. Тихо-тихо-тихо-тихо, малый. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ну как ты так, Даня? Я не знаю. Ой, ребяточки.
Это, ребятушки, лещ. Вот он какой красавец. Снять куртку. А поклевочку видели? Жалко запачкать куртку. А. Ух, какой здоровый. Так, Даня, давай. Сейчас. На. Садок, да? На, садок его жулика. Ребята. Держи. Вот такой уже красивый. Это даже очень... Я пришел, видите, блин, уже только рассветлело. Пипец. Пришел. И только вот, блин, ночью вообще не брал. Просто не брал, ребят. Да ты взял бы, его так отнес. А, не, мне стрёмно. Я его потеряю. Ну, около килограмма такой будет. Потеряю я его. Давай. Ложи, красавца. Все. Блин, клевал пипец. Дыр-дыр-дыр-дыр. А потом как хилило. Так, ребятки, надо подсвежить и убрать соплю. О, блин. Что там? А что тут такое, блин? Почему он тут? Сейчас, ребятки, доденем беленького. И запустим опять. Блин, крючок такой. Солдат тут такой. Беленьким чесночком. Так. Так, что там тут? Тут тоже додеть надо. Такой же лысенький. Поклевка красивая была. Да, видите, ночью я подсидел, блин. Нифига. Не хотел его брать. Хотя, друзья, по тем годам брал ночью. Ну, в том году. Ну, видите, опять-таки, год на год. Год на год не сходится. Ну. В общем, представляете, да, картину такую, ребятки? Ну, для друзей, там, кто не ловивший на такую снасть. Если кому будет интересно, расскажу, покажу подробнее уже. Так. Так. И отводим вперед их, вперед. Все. Запуляю, ребятки, смотрите. Чуть приподнял. Смотрите. Ну, блин, какой, а. Давай, ну. Отпустил. Ага. А, блин, и сошел. Да. А? О, друзья, какая плотвина. Смотрите. Плотвина мощная. Большая плотва? Ну, хорошая. Эх, кунёк клюнул. Кунька отпустим. Плотвину на, Дань, положи в садок. Да, ребятки, красота, конечно, у нас. Утречка, конечно, классно. Еще были поклевочки. Такой не крупный, кто-то клюет. Ну, два таких хороших поймал. Остальные такие. Все равно чуть-чуть не то. Да, и, в принципе, нам не надо, нам было 40-30 килограмм. Приехали отдохнуть еще. Как бы. О, опа, поклевка была. Опа. Ну что ты? Мелкий, не крупный, наверное. Хотя. Бог его знает. Может так клевать, блин, фиг пойми как. А там вот такое вот линия. Крайние две донки, блин, вообще. Через траву не пробить, блин, очень много травы. На береговой вот линии очень много травы, блин. Я, наверное, хочу, знаешь, как строить. Так, ребятушки, кто-то попался нам там. Сейчас будем смотреть, кто там у нас. Что-то у нас да за драуга там клюнул. Фига он там давит. Кто ж там давит такой? А? Ну...
Кто там у нас? Ты такой там попался? Лень, нет. А, там не один он. Лень. Что у нас там клюнуло? Подожди. Сейчас. Три, что ли? Нет, две. Три рыбины. Три рыбины, офигеть. Смотрите, ребята. Рекорд. Окунь. Красивый окунь. Подлещик. Подлещик и плотвица. Красивый, не? О, какой окунь. Ладно, будем снимать. Давай, пипец. Вот это клюнуло. А? Вот это нифига себе. Вот это клюнуло, ладно, будем снимать. Там такое... Так, ребятки, запуливаем обратно. Да, конечно. Ну, говорится. Очень туго. Ну, травы, наверное, набрал. Что-то срезается даже, как будто. Травы набрал. Да. Так, сейчас. О, блин, опускает, поднимает. Блин, да, шушер, наверное, пришла. Все, можно опускать. Не, не подсек. Значит, мусор. Мусор. Да. Так, у нас тут как с натягом? Ребятушечки, друзья, кого-то я впорол. Вот это уже что-то поинтереснее идет. Посерьезней. Блин, такая поклевка, конечно, была. Ну-ка, кто там у нас? Ну? Ой-ой-ой-ой-ой. А он не один там. Два, походу. Да-да-да. Два надо брать, который крупнее. Тот дальний. Вот он один. Со всех бери. Ну, вот он. Вот это лещик, да. О, какой красивый. Ах ты, ах ты, ах ты, ах ты, ах ты, ах ты. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так. Я, что его ложи туда, я не могу тебе помочь. Так, сейчас я справлюсь сам тут. Зажрал. Зажрал. Хорошо взял. Ой, хорошо. Там же лещенок. Так, ладно. Так, на, держи. Вот так вот, друзья. Ну и вот второй. Это же вот так вот. Этого отпустим. Куда такого? Пускай растет. Все. Давай, бери, я открою садок. Смотрите. Блин, что-то непонятное этот, конечно. Этот зверь тоже так может клевать. Ага. Опа. Кого-то, ребятки, все хорошего. Ага. Кто-то сёк я хорошего, друзья. Тянуть не близко. О, блин. Я уже когда подсёк, почувствовал, что кто-то хороший. А клювал, видели, да, как? Ух ты, блин, а. Кто-то очень хороший. Ну не. Блин, не такой. Либо их несколько. Ну, впирался он, конечно. Еще и с травой поднял. Вот о чем я и говорил. Да, еще и травы собрал. Вот он попался. Не крупненький. Лещ? Да какой тут это? Подлещик? Это не подлещик. Просто что с травой пошел. Это... О чем я вам говорил, что не, по... На. Не получилось. Ай, место дислокации, потому слишком что. Мне кажется, там кто-то сидит. Потому что, видите, вот.
В общем, мы когда приехали сюда с вечером, мы хотели береговую линию почистить, там цепь протянуть, потому что очень много травы. Той травы, ребят, которую не видно. И вот донку тянешь, и крайней донки вообще не резина не идет. Смотри, как натянуто, может там что и сидит. Потому что это самая елка, блин, и через елку не проходит резинка. Ну, в общем, посередине вот только донка одна вот работает, и все, пипец. Вот. О. Зацепилась. Это, думаю, хорошая, а там все, не идет. Трава. Ладно, запуливаем дальше. У меня была поклевочка только что. У кого? Да у меня. Она такая же интересная. О, ага, качает. Вот что творит. Я, пожалуй, но колокольчик надену. Блин, шушера опять пришла, что ли? Ну. Да елки-палки. Ну тяни ты уже, ну. Кого? Блин. Так, ребятушки, кто там у нас? Ох, какой. Да что там, блин? Что, окуни, что ли, пришли? Да ну нафиг. О, какой окунь, елки-палки клюнул. О. О. О, какая морда. О, какой окунь. Ух. О. Хороший окунь. На красного. Окунь пришел, что ли, блин? О, какой. Окунь пришел. Красивый. На красного дюбнул. На, ложи. Ребятушки. Ух ты, повел куда в сторону. О, блин, повел, а. Блин, не туда, куда надо, повел-то. Ух ты, дядька. Блин. Ёлки-палки, сейчас тут перепутаю все нахрен. Блин, там кто-то очень хороший. А, ага. Это, ребятки, лещ. Это, ребятки, лещ. А, там еще один клюнул. Они два. Ага, вот он. Так, вот он, ну такой, не прям крупняк, а, блин, тот ушел, ну и бог с ним, второй ушел, вон там он был, блин, висел, да ладно, чего страшного. О, готово, я распутал. Ну, такой, подлещичек, ну, красивый. Красивый? Красивый. Хорошо. Просто перекрутилась леска. Ребяточки, кто там у нас? А? С травой вместе? Как-то он очень интересно так идет, не? Что там? Ох ты, какой красавец. Лещ. Даня, держи. Что? Держи. Держи, держи, просто держи. Вместе с травой, блин. Вот это лещ. Тёма. Ну да, будет стабильная. Киловый такой будет точно. Там трава есть. Все же там. Елка есть там. Держать, да? Чуть не сошел. Чуть не сошел, ребятки. Так. Ну, сошел бы, бог с ним. Особо и не переживал бы. Вот так вот, есть. Этот такой красивый. Ох. Пошло дело. А? Еще одна плотвица.
Так, ладно. Ну что, друзья, поклевывает, поклевывает. Фанерка, лещик поклевывает. Что еще надо? Смотришь на поплавочку. Сейчас сколько там? 6 утра, наверное. 7 примерно. О, ну, блин, и поклевка. Вот так протянул красиво. Блин, пробовал подсекать, когда назад бьет. Вот так вот, типа, нифига, не подсечь. Именно, ну, давай вперед. Дает. Жук. Ну, ну что, друзья, всем еще раз доброе утро. В общем, ночью мы спали. Ну, как спали? В машине тут особо не поспишь. Кемарили. Там 2 часика поспали. Короче, до 2 часов я сидел. До 2, да? Да. Вообще нифига не было, короче. С 2 до 3:30 пошли покемарить. 3:30 пришли. Артем поймал линя хорошего. Такого 1.5. Ну и пошло дело. Подлещик. Лещенки поймали. Так что будем, друзья, заканчивать сегодняшнюю рыбалку. Сейчас 7 часов, 8 час. Поэтому решили уже пока соберемся, пока скрутимся. Вот. Долгая песня еще. Ну вот, покажу сейчас, что мы поймали. Так. Еще за собой все убрать надо. Так. Сейчас. Вот, вот. Короче, вот так вот. Видите? Ну, вот это за утро. Это не ночью, ничего, вот это утром. Вот эта рыба поймана с утра. Вот такие красивые, конечно. Вот они. Красавцы. Ну, все, в общем. Кому понравилась рыбалочка, палец вверх, подписочка. Все, друзья, до новых встреч, всем пока.